Меня зовут Мамедов Руфат, мне 11 лет. Я родился в нашем красивом Баку. Я люблю петь, танцевать, играть на пианине, заниматься актерством. Я уже 7 лет занимаюсь актерством. Я люблю играть в баскетбол. Когда я грущу, я слушаю музыку. Когда я счастливый, все равно я слушаю музыку. Это означает то, что музыка живет со мной. Я очень люблю, когда мне дают роль, и я выступаю в этих ролях. Мне это очень нравится. Я хочу стать архитектором. Мне это очень нравится. Я хочу давать дизайн всяким домам, паркам и так далее. Моя большая мечта – это построить парк для бездомных собак, для бездомных кошек, чтобы они там жили. Я даю дизайн своей комнаты сам, потому что я люблю это делать. Я одежду выбираю все сам. И вот почему я хочу быть архитектором. Спасибо всем!